5 раз набирал двузначное количество очков. То есть, но вот как раз становился ли он, далеко не всегда становился лучшим снайпером. И достаточно ли этого будет от него? Керви опасен со средней и дальней дистанции. Он иногда злоупотребляет своими бросками, потому что у него все в порядке для того, чтобы больше забивать из-под кольца. Но его и любят и товарищи по команде. И вот видите, как он переживает за своих партнеров. Кузьминска с первой попытки не забивает, но не выключился из борьбы. Лендаугас против Клайберна. Не вообще не стесняется сегодня против Клайберна атаковать. И не сказать, что Уилл справляется, хотя считается таким большим специалистом по индивидуальной обороне. В таком уровне, как он бросает после передач. Но не исключено, что армейцам это понадобится. Ой-ой-ой-ой-ой, что творит Кузьминска? Сывую и не совсем... Не смог разобраться в этой ситуации, пытаясь отдать мяч на Курбанова. Он убежал. А вот у Кузьминскаса это была прямо в руки Дрю Гордону отскок. Опять Вильямс-Гос. Вильямс-Гос стягивает на себя защитников, отдает хорошие результативные передачи. Вильямс-Гос против Фокмана будет проходить. Ой, какую передачу Кузьминскасу! Здорово отдает, да, но и оставляют. Две атаки, но это если только две дальние атаки. Ньетис, как здорово он владеет сегодня мячом. И прекрасная еще одна скидка. Можно в подобной ситуации. И даже вот уже попытка сыграть побыстрее, но... Да ладно, Мантас сверху спиной, 34 года. Чуть не сорвался-то.